я не первый и, надеюсь, не последний день на конгрессе «Человека и лекарства». Впервые я выступил на этом форуме в 1999 году. И, как сейчас помню, был у меня доклад с антиоксидантами. Мы сидели вместе с Жанной Давыдовной Кабалавой, и мы делились своими впечатлениями. С тех пор прошло очень много лет. Как правило, на конгрессах «Человека и лекарства» мне было бы 4-5 докладов, и я надеюсь, что нынешний конгресс даст перезагрузку всему направлению, и с удовольствием встречусь с вами ровно через год.